Jame kotula la baba sata kira blesta ma kutela la brumandala kiri li du gushibre ma kratsa libra magra kabetola la bressa petola la bagata fela lora ma kitola la magreda arman jamba hatso bogo tala fila tishe tele le grabaga haratumbe ke setalaria blestira la 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 Glory Shina la la le Kaya la ma shira la la le Halelire man shira la la le Kula la mle Открой Слово Твое, открой наше сердце, Дух Святой, открой наш разум к разумению Писания, пленяй всякое помышление в послушание Иисусу Христу. Изреки Слово Твое, и пусть это Слово утверждает нашу веру. Пусть это слово, как яркий свет, разгоняет тьму. Пусть эта истина входит в нашу кровь. Пусть истина Твоя становится нашей плотью. Мы поклоняемся Тебе и просим Тебя, служи нам в этот вечер. Во имя Иисуса Христа. Амин. Воздайте славу Господу. Аллилуйя. Аллилуйя. Наш Бог благ. Наш Бог милосерд. Его рука не сократилась, чтобы спасать. Его ухо не отяжелело, чтобы слышать. На его мобильнике никогда не садится батарея. И когда ты взываешь к нему, ты никогда не услышишь, что абонент вне зоны. Он всегда в зоне твоей веры, твоей молитвы, твоих интересов. Он любит тебя. Скажи несколько добрых слов тех, кто рядом. Скажи, Бог все еще на престоле. Он любит тебя. Он готов спасать тебя. Он готов защищать тебя.
Аллилуйя. Спасибо, левиты. Спасибо. Аллилуйя. Присаживайтесь. Я убежден, что самые верующие люди в новом поколении – это те, которые в среду ходят в церковь. В воскресенье они тоже верующие, но не такие верующие. А вот это вот – самые настоящие верующие. Так что я приветствую самых настоящих верующих. Молодцы! Бог да благословит вас! Такой парадокс в Евангелии. Когда читаем страничка за страничкой, за Иисусом ходили толпы народа. В понедельник, во вторник, в среду. Это были безработные, у которых не было профессии. Поэтому толпы было много. Потом, когда Иисус их научил работать, толпы стало меньше. Настоящих верующих стало меньше. Потому что остальные пошли зарабатывать. Амин. Представляете, с утра до вечера ходить за Иисусом. Это либо у них отпуск был, либо сезон такой был. Но в церкви все меняется. Церковь не может состоять из безработных людей. И мы должны решить этот вопрос. Либо я служу Богу, либо зарабатываю. Надо и служить Богу, и зарабатывать. Или служа зарабатывать. Или зарабатывая, служить. У каждого своя комбинация. Но не зарабатывая и не служить, это катастрофа. Амин. Потому что благословение заключается в том, что у тебя есть профессия, у тебя есть сила приобретать богатство, и что ты имеешь не только для того, чтобы удовлетворять свои потребности, но еще уделять ближнему своему. Амин. Итак, давайте еще немного помолимся, и я поделюсь Словом Божьим. Дух Святой, я прошу Тебя, изреки Слово Твое. Пусть это Слово упадет на добрую почву. Боже, мы просим Тебя, пусть в нашей жизни будет баланс, пусть в нашей жизни будет равновесие. Боже, пусть среди колен Израилевых не будет болящих. И пусть, Господь, среди нового поколения не будет обреченных людей. Посети в этот вечер тех, кто жаждет, и тех, кто верит Тебе. Мы пришли сюда, чтобы прикоснуться к Тебе, чтобы сила Твоя сошла на нас. Мы пришли сюда, чтобы утвердиться в вере, чтобы побеждать, чтобы достичь цели. И мы просим Тебя, Дух Святой, раскрой Слово Твое. И пусть оно будет для нас ответом. Пусть это будет ключ к нашему успеху. Пусть это будет оружием, которое обеспечит нам победу. Слово Твое пусть будет, Господь, этим обоюдоострым мечом, который поможет нам победить дьявола, устоять. И все, что рождается от Бога, пусть побеждает этот мир. Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Амин. Тема моей проповеди – сорвавшаяся погоня. Я абсолютно убежден, что каждый из нас однажды выступал в роли преследуемого. Не всегда мы наступаем. Очень часто мы отступаем и даже убегаем. Доводилось ли вам когда-нибудь убегать? Скажи, да в этом у меня вся жизнь проходит. Убегаю то от долгов, то от болезни, то от бывшего мужа. Ну, бывают разные темы. Убегаем от тех, кто назойливо нам напоминает, что мы ему еще должны вернуть деньги. Ну, как-то вот так жизнь проходит у нас. Жизнь быстро проходит. И мы летим, улетаем. Иногда пролетаем.
Итак, в роли преследуемого практически был каждый из нас. Я точно знаю, что, может быть, даже сегодня кто-то еще как бы молится Богу: Бог, ну сколько это может продолжаться? Вот как раз для вас это проповедь. Бог хочет сорвать твою погоню. Бог хочет преградить путь преследующим тебя. Кого-то преследуют долги, кого-то преследуют болезни, кого-то преследуют страхи, разные фобии. Нам необходимо убедиться, что нас никто не преследует. Согласитесь, жить легче, когда ты спокойно знаешь, что никто тебя из-за угла не берет на мушку. Что твою машину никто не преследует и не подсекает. Знать, что нет хвостов, это круто. Бог хочет обрезать все хвосты. Аллилуйя! Итак, сорвавшаяся погоня. Если кто-то тебя преследовал, сегодня у Бога для тебя есть слово. Бог хочет остановить эту погоню и сказать: хватит, довольно. Бог хочет преследовать твоих преследователей. На основании завета, на основании твоей верности, на основании твоей веры. Мы должны знать, кто есть наш Бог. Потому что когда ты загнанный, когда ты живая мишень, когда ты чувствуешь, что ты жертва преследования, ты неполноценный отец, ты неполноценный служитель, у тебя нет дерзновения, ты просто, ну, существо, которое пытается выжить. Мы должны быть человеком с большой буквы. Мы не имеем права шарахаться от всякого шума по ночам. Я должен быть абсолютно убежден, что Бог спереди и сзади окружает меня, что Дух Святой вокруг меня и ангелы Божьи, они сопровождают меня на всех моих путях. Все равно чувство защищенности делает человека смелым, дерзновенным и полноценным. Чувство беззащитности уродует нас, когда страх в клочья рвет наш разум. Я ни на что не способен, я только улыбаюсь, а внутри все дрожит. Как я могу молиться? Как я могу проповедовать? Как я могу что-то делать, если меня кто-то держит на крючке, да еще шантажирует? Не сегодня, так завтра тебя настигнет беда. Не сегодня, так завтра тебя враги достанут. Нет, нет, нет. В этом состоянии мы далеко не пойдем. Мы должны однажды оторваться от погони. А если даже не мы, то мы должны правильно молиться. Другими словами, что делать, когда нас преследуют? Где правильная молитва? Какие правильные слова в данном случае? Первое, давайте познаем, кто есть наш Бог. Это Ефесянам 4 глава. Его характер, его амбиции. 4 глава, 8 стих. Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано: вошед на высоту, пленил плен и дал дары человеку. Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Каждому из нас дано место под солнцем. Каждому из нас Бог определил жизненное предназначение. Каждому из нас Бог дал счастье, свободу, меру счастья, меру свободы. Каждому из нас Бог дал меру своей любви, своего творчества, своего дерзновения. И я знаю, что мое место принадлежит мне. Давайте согласимся, что на этой большой планете есть мое место под солнцем. До тех пор, пока мы в это не уверуем, мы будем чужаками, мы будем иностранцами, будем пришельцами и людьми второго сорта. Мало ли что люди говорят: убирайся отсюда, или ты не на своем месте.
Мое место под солнцем определяют не люди. Мое место под солнцем определяет Бог. Поэтому я на этом месте хозяин положения. И каждому из нас дана мера Божьей благодати. Авторитет, профессия, влияние, имя. И я пользуюсь этим в полной мере. Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Дары, таланты, способности, которые заложены внутри нас от рождения, это мой капитал. И этот капитал я имею полное право пускать в оборот. Если ты пускаешь в оборот этот капитал, ты станешь личностью. Друзья мои, мы должны выровняться, выпрямиться и быть полноценными женщинами и полноценными мужчинами. Самооценка – это очень важно. Причем реальная самооценка. Реальная самооценка – это когда ты читаешь в Библии о себе. Не то, что тебе говорят люди, то, что ты читаешь в Библии о самом себе. Во Христе Иисусе мы избраны, во Христе Иисусе мы благословены, во Христе Иисусе Бог обогатил нас всеми дарами. По крайней мере, я должен знать, что я наследник царской семьи. Я наследник божественных обетований. Самооценка, она определяет мою самореализацию. Кто-то загнулся, разочаровался, кто-то сегодня разуверился в себе, но мы собираемся сюда, друзья, для того, чтобы освободиться от фальши, от дезинформации и от лжи, которая отравляет нашу самооценку. Я во Христе, я новое творение, древнее все прошло, теперь все новое. Если Бог за меня, кто против меня? Мы не говорим о судьбе Супермена, мы говорим о реальной жизни, в которой мы реально побеждаем. Все это мы преодолеваем силою возлюбившего нас Иисуса Христа. Всех преследовали, все болели, все были однажды преданы, на всех кто-то однажды плевал, мы все однажды проигрывали, но праведник это не тот, кто никогда не падает, праведник это тот, кто даже если 7 раз упадет, найдет мужество встать и продолжить свою работу, встать и продолжить свое служение, встать и допеть недопетую песню. Праведность – это не отступность. Праведность не признает поражений. Праведность – это реванш нашей жизни. Куда бы ни угодили, всегда есть выход. До тех пор, пока мозги работают, до тех пор, пока сердце стучит, до тех пор, пока где-то звучит Слово Божье, и Дух Святой имеет шанс прикоснуться к нам, не все потеряно, и очень рано зачитывать приговор. У меня есть шанс. Амен. Не все потеряно, жизнь продолжается, поэтому я увижу силу и славу моему Богу. Почему? Потому что каждому из нас дана мера благодати во Христе Иисусе. Мое место под солнцем, моя семья, моя церковь, моя родина, в конце концов, небо над моей головою и способность реализовать себя. Мне никто не помешает верить, мне никто не помешает мечтать, мне никто не помешает реализовать те планы, которые родились от Бога. Аллилуйя! Вопрос не в деньгах и не в политической ситуации, вопрос в самооценке. Вопрос в твоей вере. Верующему все возможно. Верующему все возможно. Итак, характер Бога. Ефесянам 4 мы прочитали, 7, что каждому дана благодать. То есть каждому дан шанс состояться. Каждому дан шанс стать человеком. Человеком с большой буквы, личностью. И 8 стих, посему и сказано,
вошед на высоту, пленил плен и дал дары человеку. Иисус, которому я верю, Иисус, на которого я уповаю, Он взошел на высоту и пленил плен. То есть Он разбирается с теми, кто пытается пленить твои и мои дары. В конце концов, что такое человек без дара? Это вообще ничтожество. Бог хочет рассматривать в нас не только человеческое естество, имена, фамилии, национальность, происхождение. Господь хочет рассмотреть в нас дар. Потому что если есть дар, значит, ты состоишься. На дарах стоит и профессия, и жизненное призвание, и наша судьба. Так вот, Бог взошел на высоту. Я знаю, что мой Бог выше всех проблем. Подчеркните это слово «взошел на высоту». Только с высоты можно победить любую проблему. Не тогда, когда ты внизу, а когда ты вверху, ты сможешь решать свои проблемы. И смотрите, как Бог решает проблемы. Я должен знать, какому Богу я молюсь и что мой Бог способен делать. Мой Бог имеет опыт восходить на высоты. Если дьявол высоко, Бог выше. Если дьявол оккупировал Поднебесье, то мой Бог на небесах. По-любому дьявол ниже моего Бога. Вы со мной? Даже если я живу под Поднебесьем, мой Бог живет над Поднебесьем. И если я верю моему Богу, и я верю, что я во Христе Иисусе посажен на небесах, то значит, дьявол под моими ногами в любом случае. Если он взошел на высоту, я во Христе Иисусе, по вере моей, могу подниматься выше, чем моя проблема. Выше, чем дьявол и все его проклятое поднебесье. Аминь. Он взошел на высоту и пленил плен. Смотрите, мне это очень нравится. Безвыходных ситуаций не бывает. Представь, тебя дьявол пришел и связал. Страхи, немощь, болезни. И ты кричишь: Боже, пожалуйста, пусть мне хоть чуть-чуть легче станет. Бог говорит: нет, я хочу, чтобы тот, кто тебя взял в плен, хочу их взять в свой плен. Вы слышите? У Бога вот такой трюк. Он пленяет плен. Вот тот, кто тебя в плен взял, Господь говорит: когда я вот на высоте, я могу его в плен взять. И моя молитва к Богу: Господь, возьми в плен тех, кто меня в плен взял. Тот, кто меня разоряет, Господь, разори их, пожалуйста. Тот мне по голове стучит, настучи ему по голове. Вы знаете, мой Бог разбирается с моими врагами, потому что Он на высоте, и у Него есть способность пленять плен, опустошать тех, кто тебя опустошает, загнать в угол тех, кто тебя загоняет в угол. То есть поменяются роли. Та роль, которую ты сегодня исполняешь, завтра эту роль будет выполнять тот, кто тебя заставил выполнять эту роль. И смотрите, когда Господь пленяет плен, то есть тот, кто тебя преследует, Господь начинает его преследовать, он оставляет тебя, потому что он становится жертвой. Роли меняются. И смотрите, третья вещь. Господь взошел на высоту. Второе, видит, что творится. Пленяет плен. И третье, что он раздает дары человекам. Пока ты в плену, твои дары связаны. Пока ты в плену, твое помазание
связана. Пока ты в плену, твоя радость связана. Твое процветание связано. Твое дерзновение связано. Твои способности связаны. Свобода – это стихия полноценного служения. В плену мы не можем развиваться. В плену мы не можем состояться. Нам нужно освободиться от этого плена. Поэтому, когда я молюсь Богу, я должен знать, что Бог выше дьявола, что мой Бог способен взять в плен тех, кто мы сегодня меня взял в плен. И я знаю, что только после того, когда плен разрушен в моей жизни, когда цепь расторгнута, когда мы избавлены, тогда дары, данные Богом, они могут в полной мере раскрыться в моей жизни. Не надо молиться, Господь, чтобы мне легче стало. Нет. Скажи, Господь, я хочу, чтобы дары, которые ты дал мне, чтобы они раскрылись в полной мере. А для этого мне нужна свобода. А для этого мне нужен не плен, для этого мне нужна свобода. А теперь прочитаем 34-й псалом. 34-й псалом. Итак, мы часто выступали в роли преследуемого человека. Может, даже сегодня кто-то чувствует себя жертвой преследования. К тебе звонят, ты не берешь трубку. К тебе стучат в дверь, ты посмотрел в глазок, не открывать не буду. Ты видишь человека, переходишь через дорогу, и ты не хочешь с ним встречаться, ты устал от преследования. Что нужно делать? Один из советов. Это не абсолютный рецепт, но это один из советов. Псалом 34, молитва человека, который находится в роли преследуемого. Есть оправданное преследование, есть неоправданное. Есть жертвы своей глупости, есть жертвы провокации. Если ты сделал глупость, покайся перед Богом и скажи: Бог преследует по существу, прости, принеси жертву и скажи: Бог, я прошу по милости Твоей, освободи меня от моих преследователей. Но если это незаслуженное преследование, то здесь рецепт в чистом виде. Молитва звучит так. Вступись, Господи, в тяжбу с теми, кто имеет тяжбу со мной. Побори тех, кто борется со мной. Загони в угол тех, кто меня загоняет в угол. Что сей человек, пусть он и пожнет. Если он лжет на меня, пусть он сам станет жертвой провокации. Если он меня хочет просто представить в виде дурака, Господь, пусть он однажды опозорится. И в этом нету ничего страшного. Когда ты возвращаешь назад, то есть делаешь духовную переадресацию всякого проклятия. Амин. Сделай переадресацию этого проклятия и скажи: не по адресу. Посмотрите, именно так молится. Вступись в тяжбу с теми, кто ведет со мною тяжбу. Вступи в битву с теми, кто ведет со мною эту битву. Возьми щит и латы, это как раз в латышах. И восстань на помощь мне, пока на евро не перешли. Господь возьмет щит и латы. И вступится на помощь мне, потому что задолжал. Сколько сегодня людей, которые остались жертвой этого преступного государственного эксперимента. Когда тебе кредиты давали просто, вот почти добровольно, принудительно. Бери, бери, не объясняя ничего. А сегодня улыбаются. Не надо было брать. Нет, Господь, вступись в тяжбу со всеми банками, которые сегодня имеют тяжбы с нами. Мы оказались жертвой провокации.
Господь, сделай их жертвой провокации. И пусть торжество справедливости увидит каждый латыш. Мы верим нашему Богу. Правильная молитва обеспечит правильный ответ. Обнажи меч и прегради путь преследующим меня. Вы знаете, так молиться могут только зрелые люди, которые Богу указывают, что делать надо. Господь, первое, возьми меч. Господь, ну ты даешь. Взял. Все, дальше. И прегради путь тем, кто меня преследует. Ну ты молодец. Скажи, это наглость? Нет, это вера. Амин. Скажи, Господь, обнажи меч и прегради путь преследующий меня. Амин. Он может пленить плен. Он может вести тяжбу с теми, кто со мной ведет тяжбу. И он может преследовать тех, кто сегодня преследует меня. Я верю моему Богу. Я знаю, что кто-то сегодня меня услышит. И кто-то сегодня уверует в это слово, и на следующее утро ты поймешь, Бог сорвал погоню. Потому что во что мы верим, то происходит в нашей жизни. Мы не люди второго сорта. Мы претендуем на то, что наш праведный Бог защищает своих детей. И никто из нас не имеет права оказаться жертвой провокации, жертвой дезинформации, жертвой всякой лжи. Господь, обнажи меч и прегради путь всем, кто преследует меня. Долги ли это? Диагноз ли врачей? Прогнозы ли моих друзей? Или это прогнозы, которые сегодня звучат с экранов телевизора? Господь, обнажи меч и останови преследование. Мы не хотим, сломя голову, убегать от долгов. Это не наша роль, сломя голову, убегать от каких-то вирусов, болезней, от всякой какой-то тупости и дури, которую сегодня дьявол выпускает на свободу. Пусть дьявол, сломя голову, убегает от нас. Если у меня не хватает на это силы, если я нахожусь под поднебесьем, я сегодня с верою вопию к Богу и говорю, восстань, Господь, и пусть все враги рассеются, обнажи свой меч и останови путь, прегради путь тем, кто преследует меня. Во имя Иисуса Христа. Халлелуя! Это наша позиция. Он выше. Он может пленить плен. Он может опустошить всех опустошителей. Он может остановить преследование. И скажи душе моей, я спасение твое. Давид все роли расписал. Господь взял меч? Взял. Остановил преследователя? Остановил. А еще скажи моей душе, я спасение твое. И Господь, я спасение твое. Ну вот уже нормально. Аллилуйя. До этого дорасти надо. Или докатиться. Но, по крайней мере, это из дерзновения во Христе Иисусе. Амин. Господь может взять меч. Господь может остановить нашего преследователя. И следователя тоже. И сказать на моей душе, я спасение твое. Сегодня Господь кому-то говорит, я спасение твое. Мы ищем спасение среди людей, по блату, позвони тому. Пройдет немного времени, ты поймешь, что проклят всякий, кто надеется на человека. Потому что все люди продажные. Сегодня они верны, а завтра...
сегодня они клянутся, да, позвони. А вдруг часть системы попал, система его испортила. Тот, ну, извини, сегодня вот, ну, вот так не выходит. Нет, пусть Бог нам скажет, я спасение твое. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Почему? Потому что Господь выше всех. Амин. Господь, обнажи меч и скажи преследующим, останови преследующих меня и скажи душе моей, и я спасение твое. Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей, да обратятся назад и покроются бесчестием, умышляющие мне зло. Все расписано. Что сделает Бог и что произойдет с врагами? Они посрамятся, они постыдятся, и они будут как прах, разметаемый ветром. Не бойся их. Не бойся врагов. Потому что когда ты вопьешь к Богу, это есть предзнаменование их погибели. Это есть предзнаменование их погибели. Бог посрамит врагов. Всякое оружие, сделанное против тебя, оно не будет успешно. И ни один язык, состязающийся с тобою, не устоит на суде. Да будут они, как прах перед лицом ветра, и ангел Господень да прогоняет их. Давид уже в команду включил ангелов. Он Богу рассказал, что надо делать. А потом говорит, Господь, у тебя еще и ангелы есть. Пусть ангел их еще прогоняет. Давайте молиться, как Давид. Когда Дух Святой меня наполняет, надо 34-й псалом брать на вооружение и молиться. Амин. Если кто-то тебя преследует, попроси Бога, чтобы Бог начал их преследовать. Если кто-то тебя посрамляет, хочет тебя опозорить, скажи, Бог, опозорь его. Но мы же христиане, мы должны любить врагов. Ну вот так мы любим. Любить можно всячески. Самая великая любовь – отдать их в руки Божьи. А Бог есть любовь. Кого люблю, того убью. В общем, Господь любит нас. Кого люблю, того обличаю, то есть, и наказываю, вы понимаете, да? И пусть ангелы Господни выступают и защищают, и как прах разметают всех этих врагов. Да будет путь их темный и скользкий, и ангел Господень да преследует. И дальше. А моя душа, 9, будет радоваться о Господе и будет веселиться о спасении от Него. Подчеркните. Моя душа будет веселиться о спасении от Него. От кого приходит спасение? Моя душа будет веселиться о спасении от Него. Это будет сверхъестественная помощь. Окружающие люди поймут, что это не просто благодаря связям, благодаря какому-то звонку. Все будут говорить, это дело Божье. Это мог сделать только Бог. Это мог сделать только Бог. Если что-то невозможное для Него, Бог все может. Я вспоминаю, друзья, недавно как-то подъезжаю к дому и вспоминаю историю. Думаю, интересно, как часто ты бывал в такой ситуации? У меня была машина, которую мне подарили. Это была машина Lexus. Такая в то время еще она редкая была. Сейчас уже Bentley не машина. А тогда Lexus была как бы особенная. И я вспомню, как я подъехал к гостинице «Латвия». А мы с одним пастором там на 24-м этаже общались. А потом я выхожу, и машины нету. Я как сейчас вспоминаю, неприятное ощущение. Согласитесь, а? Була в женима, как это говорят. Ты выходишь, вроде вот место осталось, следы остались. А машины нету. И я подхожу к человеку, который охранник, то есть. Я говорю, а где моя машина? Он говорит, ну, вы ушли,
ровно через 4 или через 5 минут подошли какие-то люди, сели и уехали. Я говорю, вы что, не видели, что это я? Он говорит, ну, вы все похожие. И ты стоишь в таком дурацком положении. Вы знаете, я отошел вот в такие критические моменты, когда ты жертва преследования, когда ты жертва провокации. Вы знаете, самое главное добраться до духа. Вот до души ты добираешься, а там такая буря, эмоции, ругань, нецензурная брань. Там такие, как сказать, файлы. Ужас. Но нам не нужен пир души. Нам нужен пир духа. Поэтому мы должны в этот экстремальный момент добраться до духа. И вот я отошел в сторонку и молюсь. Я говорю, Господи, ну так тупо. Ну что делать? Что делать? И вдруг, знаете, я как будто увидел картину. Я увидел, как будто, знаете, ресторан, в котором столы, закурено, и много-много разных таких людей вот таких сидят. И они все радостные такие. Я просто как будто заглянул даже в их атмосферу. И даже фразу услышал. Знаете, это как будто ты как будто подключился и скачал вот этот файл. И я даже сказал, ну что, докатался, святоша. Я даже эту фразу услышал в духе. И я просто сказал, Господь, не ради моих заслуг, не ради моего имени, кто я такой, но ради имени Твоего, который они сейчас топчут, сорви им этот праздник. Сорви этот праздник. Может ли быть отнята добыча усилий? Да, может быть. Когда у тебя уже взяли эту добычу, и этот просто лев уже убегает с этой овцой. Я просто сказал, Бог, вырви прямо из пасти эту добычу. Вместе с их зубами. Я не знал, что произошло. Я просто в ревности сказал, Бог, испорти им этот праздник. Сорви им эту вечеринку. И докажи, что к помазанникам прикасаться нельзя. Пусть ревность твоя встанет. Прегради путь преследующим меня. Обнажи меч твой. И скажи, я спасение твое. Я просто помолился. Я как будто заглянул в духовный мир. Я как будто что-то там услышал. Я помолился Богу молитвой веры. Я просто сказал, Господь, сорви им этот праздник. Потом пошел в ресепшн этой гостиницы, позвонил, спросил. Там были какие-то нелепые вопросы. Я не был опытный в таких делах, поэтому вел себя просто как, ну как, в их глазах как лох. Ну все, доигрался и так далее. Прошло немного времени, сокращаю. Прошло немного времени. Потом я звоню еще одному товарищу, и он мне говорит, ну, на всякий случай позвони на штрафные площадки, стоянки. Может, там стоит. Я говорю, при чем тут штрафные стоянки, если у меня угнали машину? А если Lexus, это под заказ. Это уже машина должна быть где-то, уже где-то там в Белоруссии. Но всякий случай. А это случилось уже где-то через полтора часа, пока я там ходил, узнавал, что, как. Я звоню на стоянку, которая, ну, как в Бауску ехать туда. И спрашиваю, здравствуйте, здравствуйте. Я говорю, скажите, а там нет у вас моей машины? Тупо, вот просто как... Это глупо звучит. Я говорю, а какая ваша машина? Я говорю, Lexus, ну вот такая, такая, такой-то номер, такой-то номер. Цвет такой, я говорю, да, металлик, да, да, да. Да, стоит. Я, вот знаете, у меня просто крыша поехала. Вот знаете, думаю, как это могло случиться? Я приезжаю на эту стоянку. Смотрю, точно стоит моя машина. Я так обрался, да хотел уже сесть. Он говорит, стоп, штраф заплати. Я говорю, за что? Что ты запарковался не в положенном месте.
Я говорю, а где я запарковался? Говорит, возле кинотеатра, вот там, где сейчас Essential, там раньше был кинотеатр «Космос». «Оскар», да. Кинотеатр «Оскар». Говорит, вы прямо на тротуаре перед кинотеатром запарковались. Там нельзя парковаться. Говорю, вы что? Я запарковался возле гостиницы «Латвия». Там, говорю, вот даже у меня вот чек есть. Говорит, ничего не знаем. Эвакуатор ехал, смотрит, запаркована машина прямо перед входом в этот кинотеатр. Мы ее взяли и увезли. Короче, что произошло? Угонщики, короче, выехали. Через два квартала машина заглохла. Они ее запарковали и поехали за каким-то своим эвакуатором. В это время другой эвакуатор приехал и говорит, ну как это, стоит не в положенном месте. Я абсолютно убежден, что даже тогда, когда уже твоя жизнь или то, что тебе принадлежало, уже в зубах, как добыча, даже в этот момент не все потеряно. Бог может все вернуть. Необходимы правильные молитвы, но необходима концентрация веры. Просто сосредоточиться, не паниковать, а просто сказать, Бог, что делать? Какая молитва? Запомни, Бог выше. Он все видит. И Он может пленить плен. Он может пленить плен и раздать дары для человека. Вы знаете, для меня это была очень хорошая школа. И я, друзья, был на самом деле Богу так благодарен, сказал потом, Бог, спасибо тебе, что ты защищаешь свой собственный авторитет. И я точно знаю, что когда эти парни соберутся в ресторан, они окажутся с большим носом. Бог способен испортить праздник твоим врагам. Бог способен испортить праздник твоим врагам. А ну-ка давайте откроем сейчас Матфея 2.20. Очень сильное место. Матфея 2.20. Здесь написано так. Чуть раньше, смотрите. 16 стих, 2.16. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. И тогда сбылось реченное через пророка Иеремию. Голос в раме слышен, плач и рыдание. 19. По смерти же Ирода ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит, встань, возьми младенца и матерь его и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца, ибо умерли преследовавшие душу младенца. Вы знаете, если уж с Иисусом происходит подобные вещи. Он рождается, его преследуют. Враги, царь, система, Ирод. Он выведал у волхвов и говорит, где этот царь? Я его убью в зародыше. Он не будет царем. Он не будет царем. Но мало ли что говорят люди. Беззащитный младенец, который ходить-то не умеет, бежать-то не умеет. Его носят на руках. Бог выше. Царь Ирод, это же президент. Ничего страшного, наш Бог выше Иродов. Наш Бог выше любого нечестивого президента. Ну посмотри, какие там секретные службы. Они же все прослушивают, они все видят. О, какие секретные службы у нашего Господа? Вам не снилось? И Господь вовремя говорит Иосифу и Марии, встаньте, оседлайте своего Бентли и в Египет, Шарм-эль-Шейх. Поотдыхайте там немного.
Волхвы подкинули вам немножко золота, ладана. Идите, отдохните в Египте. И представляете, вот они идут в Египте. Секретные службы. Осла не задержать, где был Иисус, Иосиф и Мария. Секретные службы. Я бы их поувольнял всех. Эти на козлики, на ослики. До Египта. Штим-чим-чим-чим-чим. Уехали. Бог способен защищать нас. Он способен взять меч и встать, и преградить путь всем, кто преследует нас, и сказать душе нашей: «Я спасение твое». Пастор Алексей, не спасение твое. Ансель Мадабука, не спасение твое. Твое спасение Иисус Христос. Он является самым высоким гарантом, который может остановить всех преследователей. Мало того, что мы ушли от преследования, Господь потом скажет: этого мало. Смотрите дальше. По смерти же Ирода. Скажи, по смерти же Ирода. По смерти же Ирода. В год смерти царя Ирода придет ангел и скажет: возвращайся, потому что их нет. Кого нет? Тех, кто тебя преследовал. Возвращайтесь, не бойтесь. Потому что Ирод, который искал души младенца, который хотел убить его в колыбели, и который говорил тысячу раз: ты никогда не будешь царем, ты никогда не будешь мессией, мало ли что ты пророчил, еще и Ирод во пророках. Еще и Ирод что-то пророчествует. То, что ты хочешь сделать, Бог с тобой это сделает. Ты желаешь смерти младенцу, Бог тебя похоронит раньше, чем ты даже думаешь это. Амин. Это, друзья, политическая система. Поэтому я сегодня говорю об отношении государства к христианской церкви. И когда сегодня государство пытается по сценарию Ирода что-то здесь кромсать, крошить, успокойтесь. Наш Бог реваншист. Наш Бог ревнитель. Он обнажит меч. Он остановит преследующих нас. И Он скажет нашей душе: я спасение твое. Может ли быть отнята добыча у сильного? Обязательно может. Господь говорит: я буду состязаться с врагами вашими и сыновей, и дочерей ваших я спасу. И возрадуется душа наша о спасении от Него. Скажи: и возрадуется душа моя о спасении от Него. Амин. Воздай славу великому Богу. Аллилуйя. Друзья мои, с нашими врагами занимается Бог. Мы в завете с Богом, поэтому на основании этого завета Бог говорит каждому из нас то, что Он говорил Аврааму. Твои враги – это мои враги. Твои друзья – это мои друзья. Тот, кто пытается тебя пленить, я его возьму в плен. Тот, кто тебя хочет опустошить, я ему опустошу все на свете. Амин. Поэтому лучше уповать на Господа. Сорвавшаяся погоня. Это было, это происходит, и это будет происходить. Амин. Кто-то бежал за мной, уже не бежит. Кто-то преследовал меня, уже убежал, потому что за ним кто-то побежал. Вы со мной? Кто-то меня пугал, теперь его кто-то пугает. Что сеял, то и пожрал. Амин. Я кому-то говорю сегодня.
Кто-то получает откровение от Господа. Аллилуйя! Это схема нашего спасения. Амен, амен! Господь сорвет любую погоню. Итак, теперь давайте откроем еще одну классическую историю. Исход 14. Исход 14. 10 стих. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись. И вот египтяне идут за ними. И весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы Господу. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись. И вот египтяне идут за ним. Хочу спросить, а с какого перепугу? Мы же уже ушли из Египта. Мы с вами уже рассчитались. Взяли все ваше золото и серебро. Что вам еще надо? Вы пришли доложить нам? Друзья, запомните, фараон – мститель и реваншист. Скажите, кто из нас с первой попытки оторвался от своего фараона? Ты жил в мире, служил фараону, пришел в церковь. Сколько лет этот фараон ходил по пятам за тобой? Сколько это пьянство ходило за тобой? Сколько это наркота ходило за тобой? Сколько твои эти старые любовницы ходили за тобой? Ты вроде уже пошел путем Божьим. Ты уже вышел из Египта, а этот Египет прется за тобой. Вчера ты дозу покупал, а тебе сегодня просто на шару, на каждом углу. Пи! Вчера ты наливал, сегодня тебе, братва. Что делать? Что делать? Ты должен знать, куда ты идешь, с кем идешь и против кого ты идешь. Амин. Мы все были в роли преследуемых. Идем в обетованную землю, а фараон, который вчера согласился, чтобы ты ушел от него, говорит, нет, я думаю, что зря ты ушел. И фараон идет за по следам, чтобы тебя снова вернуть назад. Представляете себе роль преследуемого? Что нужно делать? Во-первых, осознать, что Бог выше фараона. Друзья, правило номер один в нашей битве. Бог выше фараона. Если он выше фараона, он может пленить плен. Если он может пленить плен, он поможет нам раскрыть дары и достичь нам своей обетованной земли. Отче наш, сущий на небесах. Все. Этим все сказано. Если мой Бог выше фараона, побеждает не тот, кто ниже. Побеждает тот, кто выше. Вот народ оглянулся. О, ужас. Египтяне идут. Философия преследуемого человека. Конечно, он еще не адаптировался к свободе. У него еще одежда нарами пахнет. Они еще не проветрились. У них в ушах еще свист бичей. У них еще, может быть, ну просто еще не перестроилось сознание. И сказали они Моисею. Во-первых, смотрите. Они устрашились и возопили Господу, а потом сказали Моисею. В страхе никогда не рождается умная молитва. В страхе никогда не рождаются умные, логичные аргументы. И сказали Моисею, разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Они уже... Как сказать? Давид Богу диктовал, что делать там. Возьми меч, останови преследующих, скажи моей душе, и еще пусть твои ангелы там подчистят все это дело. А здесь народ начал диктовать Моисею. Ну что, Моисей,
допрыгался, допроповедовался, что гробов не было в Египте, что ты нас решил похоронить здесь? Не спешите, озвучи свой некролог. Умереть еще успеем. Давайте поживем. Так же, ну как здесь жить? А в этом прелесть жизни в контрастах. Вот фараон, а потом раз, его нет. Ты думал, что это с тобой будет, что ты есть, а завтра тебя нет. Ты же с Богом связан или нет? Поменьше говори о гробах. Ой, завтра умру, ой, печень у меня, ой, легкие, ой, тяжелые, ой, у меня что-то там, ой, у меня здесь, у меня здесь. Хватит о смерти говорить, а? Давайте возлюбим приключения. Вот здесь мы еще не были, такое кино мы еще не смотрели. Если нас преследуют, Господь, ты же выше фараона? Да, выше. Господь, обнажи меч и прегради путь, преследующий меня. И скажи душе моей, я спасение твое. Братья и сестры, выучите наизусть хотя бы первых 10 стихов этого псалма. И молитесь, как окаянные, с утра до вечера. И вы увидите, что все, кто вас преследует, они уйдут. Аминь. Аллилуйя. А кто такие окаянные? Ну, это люди, которые зациклены на том, чтобы враги были побеждены. И вот они кричат Моисею и говорят: Моисей, зачем ты нас привел сюда? Здесь и Моисею тошно, а еще и народ тошнит. Общая вера. Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав: оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне. Боже, какие страшные слова люди говорили. Ибо нам лучше быть в рабстве. Никогда в жизни не говори такие вещи, чем умереть в пустыне. Вот они и умерли в пустыне. Потому что они рабство возлюбили больше, чем свобода. Да я лучше буду страдать на свободе, платить цену, чем уютненько жить в этой тюрьме. И они говорят такое страшное слово. Ибо нам лучше было в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне. Боже мой! Но Моисей сказал народу: не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне. Ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Они просто снится будут, но на самом деле их уже фактически не будет. Друзья мои, вот что мне хочется сегодня сказать. Кто-то в зале находится в состоянии этой же паники. Египтяне преследуют тебя, чтобы вернуть тебя назад в больницу. Египтяне преследуют тебя, чтобы посадить тебя на скамью подсудимых. Грех тащит тебя назад. Бесы тебя тащат назад. Но сегодня Бог говорит тебе, что египтяне, бесы, болезни, эти несчастные долги, которые тебя пытаются затащить назад в Египет, то, что ты сегодня видишь, более никогда не увидишь. Потому что тот, кто преследует тебя, Бог их будет преследовать, пока не утопит в этом Черном море. Может ли быть отнята добыча у сильного? Да. Может быть. И Господь говорит: я буду сражаться. Амин. И твою болезнь Он победит. И твои долги Он победит. И твои страхи Он победит. И твое неустройство в семье Он победит. И твое родословное проклятие, которое преследует тебя, Он победит. Потому что тот, кто во Христе, он новое творение. Древнее все прошло.
И теперь все новое. Аллилуйя. Запомни. Если уж Бог сокрушил власть фараона в Египте, это значит, у них нет власти и за его пределами. Если уж Бог сокрушил власть фараона на его царском престоле, неужели вы думаете, что у этого фараона больше власти будет на чужой территории? Ничего подобного. Если Бог начал, он закончит. У Бога нет такого срыва. Вышли на 3 километра от Египта и погибли. И вот теперь там кладбище, еврейское кладбище. Бог не вывел их на кладбище. Бог их вывел в обетованную землю. Вы со мной? И тебя Бог вывел из твоего Египта. Не для того, чтобы ты через 3 года христианской жизни благополучно помер. И тебя похоронили где-нибудь там, Яунцинском кладбище. Нет. Бог тебя вывел для того, чтобы ты вошел в обетованную землю. Ты со мной? Скажи, я не умру. Тихо говоришь, громче говори. Я не умру. Слабо, еще раз. Я не умру. Но буду жить. И возвещать дела Господни. Мой Господь обнажит меч и преградит путь преследующий меня. Он скажет моей душе: я спасение твое. Амин. Воздай Господу славу. Если уж Бог начал, Он закончит. Он разрушитель твоих разрушителей. Он преследователь твоих преследователей. Он опустошитель твоих опустошителей. И Он пленит тех, кто пытается тебя вернуть в плен. Мы не вернемся туда. Земля, прощай навсегда. Я не вернусь в больницу. Я не вернусь в реанимацию. Я не вернусь в бордель. Я не вернусь в ночной клуб. Я не вернусь на панель. Я не вернусь в религиозное болото. Я не вернусь в тупости. Я не вернусь в свой Египет. Я не вернусь к своему фараону. Все, что древнее, все прошло. Древнее, все прошло. Скажи это 5 раз. А теперь все новое! Аллилуйя! Аллилуйя! Дьявол, ты ничего не сможешь сделать. И здесь говорит Моисей, а ты теперь, Бог Моисею говорит, подними жезл твой, простри руку твою на море и раздели его, и пусть сыны Израилевы идут по морю, как по суше. Давайте настроимся на приключения. То, что ты плавал на корабле, это классно. А ходил ли ты по дну? Нет? Пойдешь. Путем новым и живым. Мы сегодня говорим, как Латвия выйдет из кризиса, а вот так. Если церковь возьмет жезл и прострет на море, мы с вами увидим ветер. Бог придет на помощь. Аллилуйя. Представляете, это море расступилось. Там поднялся этот облачный столб. И вы знаете, фараон стоит с колесницами. И вдруг буря, пыльная буря поднялась.
Просто представляешь, пыль стоит столбом, и те смотрят, ничего не понимают. А Господь просто вступил, и ангел там крутит там эти мозги им всем. Вот так вот. Торнадо встало, и песок им в глаза, 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 и песок им в глаза. Пока израильский народ переходит на тот берег, эти песок им в глаза, песок им в глаза, песок им в глаза, песок им в глаза, песок им в глаза. А когда закончился песок, техническая служба ангелов, знаете, что начала? Отрывать им колеса. Они же все на колесах были. Но какой трезвый человек побежит за народом Божьим после 10 казней? Это была 11-я, окончательная. Они на колесах были. А Бог хотел отрезвить их. Потому что они обкурились и объелись. Им мало было 10 казней? Бог мог сказать, ты что, фараон, спятил? Тебе мало было этих, что вода в кровь превратилась? Тебе мало было того, что жабы тебе устроили такой фестиваль? Тебе мало было, что ангел-губитель шел по улицам и всех первенцев убивал? Тебе этого было мало? Молодец. Иди сюда, я крещу тебя. И когда закончился песок, представляете, тупо. Но это же тупо, без колес бежать за народом Божьим. Представляете? Лошади. Что за дураки эти? Без колес заставляют нас таскать эти колесницы. И хватило сил лишь только эти, как уже покалеченные колесницы, дотащить до середины моря. И Господь говорил, ну что, все зашли? А, вон еще одна. Эй, иди сюда, тоже без колес. Все-все сюда, все-все. Всех разместил. Потом ангелу сказал, все, шлюзы отпускай. Вода пошла, все утонули. Друзья, вот то же самое будет с твоими врагами. Аллилуйя! Кстати, это свежее откровение. 11-е окончательное. Насчет казней. Если твоих врагов еще не вразумили те 10 казней, которые Бог им показал, они нарвались на последнюю. 11-ю. Они нарываются на последнюю. 11-ю. Поэтому, когда тебя уже преследуют, ты уже идешь из Египта, уже в обитов, и вдруг тебе откуда-то, да я что? Ты нарываешься на 11-ю окончательную. Господь, время Господу действовать. И Господь будет действовать. Амин. И Иезекииля 30, 21, это последнее место. Я думаю, оно очень утешительное. Иезекииля. И Иезекииля. Это перед Матфеем, пожалуйста, кто ищет. Это недолго там, километра два. Иезекииль 30, 21. Вот послушай, послушайте. Речь идет о твоем фараоне. Речь идет о твоих египтянах. Речь идет о твоих преследователях, которые пытаются тебя вернуть назад. Это невозможно. Это точно так же, как Никодим Иисусу говорит, который говорит, рожден от плоти есть плоть, рожден от духа есть дух. Если вы не родитесь от воды и духа, вы не сможете войти в Царство Божие. И этот мудрец говорит, а как он снова назад может войти? Мы назад не пойдем. Вот как ребенок родился, и он назад уже не может, при всем желании он туда не залезет. Поэтому и мы назад не залезем. Мы оттуда вышли, мы уже повзрослели, и нас ждет обетованная земля. Скажи, я никогда не вернусь туда. Откуда вышел? Мой путь вперед в обетованную землю. А насчет фараона очень сильное
пророческое слово. Слушайте, 21. Сын человеческий, я уже сокрушил мышцу фараону. Подчеркните и возьмите это на вооружение. Этот фараон, который тебя хочет назад возвратить в дом рабства, ты должен знать, что Господь уже сокрушил мышцу фараона, царю египетскому. И вот она еще не обвязана для излечения ее и не обвита врачебными перевязками, от которой бы она получила силу держать меч. То есть первая попытка, когда фараон хотел тебя за шкирку взять и вернуть, и вдруг, откуда ни возьмись, какой-то ангел как дал по этой руке, и эта рука выронила меч. И там была рана. Эту бы рану перевязать, чтобы она исцелилась. Бог бьет по рукам всех твоих врагов. Получи это откровение. Мой Бог очень жестко бьет по рукам тех, кто пытается меня схватить и вернуть назад. Мой Бог беспощадно будет разбираться со всеми моими врагами. И когда Он будет бить по рукам фараона, который протягивает их ко мне, эти раны будут неисцелимы. Ты имеешь полное право говорить, ты фараон, если ты протянешь ко мне руки, ты протянешь ноги. Потому что Бог тебя так ударит по рукам, что из твоих рук все оружие выпадет. Двадцать 22. Посему так говорит Господь Бог. Вот я на фараона, царя египетского, и сокрушу мышцы его, здоровую и переломленную, так что меч выпадет из руки его. Смотрите, у него была одна сокрушена. Он говорит, а я сейчас сокрушу и здоровую, и левую, и правую. Так что оружие, которое он держал, оно упадет. Бог мой будет бить по рукам моих врагов, чтобы выбить из его рук оружие, которым он поражал меня. Он обезоружит моих врагов. Проще говорить, 22 стих. Он обезоружит моих врагов и моих преследователей. Вот я на фараона, я ударю и по здоровой, и по переломленной. Посему так говорит Господь Бог. Я рассею египтян по народам и развею их по землям. И так далее. Короче, кого-нибудь я утешил сегодня? Кого-то Дух Святой утешил сегодня? Кто-то получил сегодня ободрение? Аллилуйя! Сорванная погоня. Давайте помолимся, чтобы Бог остановил преследующих нас. Начинай молиться на языках. Громко. Аллилуйя. Глоли манебар сомбале решетая. Глорми шантела лакамбая. Гломерама санча каталала бречатая. Клей рема чандиле легер загросетея. Лей камарама джамба боссатая. Керма канделе лебресачатая. Ламбама, возвысь свой голос, молись, как воин. Пусть Бог станет и остановит тех, кто преследует меня. Глома капару сочантая. Глори пресса чандаль макаталалая. Марманджа мекотоль маре сантая. Ай-я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 й. Барышума китула бесчата.
Kale mashatola makotala la makaya. Hey, yeah. Lamarman gendel me kreseteleya. Hallelujah. Давайте вместе теперь помолимся и скажем: вступись, Господь, в тяжбу с тяжущимися со мною. Побори борющихся со мною. Возьми щит и латы. И восстань на помощь мне. Обнажи меч. И прегради путь. Преследующий меня, скажи душе моей, я спасение твое, да постыдятся и посрамятся, ищущие души моей, да обратятся назад и покроются бесчестием. Умышляющие мне зло, да будут они, как прах перед лицом ветра. И ангел Господень да прогоняет их, а моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении от Него. Я прославлю Тебя в собрании великом, среди народа многочисленного. Я восхвалю Тебя, чтобы не торжествовали надо мною враждующие против меня неправедно. Амин. 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 Аллилуйя. Бог на этом месте. Дух Святой на этом месте. Истина на этом месте. Поэтому не бойся никого. Будь уверен в своем Боге. Он взошел на высоту, пленил плен, и он заинтересован, чтобы твои дары раскрылись. Чтобы ты не только вышел из египетского рабства, но и вошел в обетованную землю. Все, что Бог начинает, Он обязательно закончит. Аллилуйя! Воздайте Господу великую славу! Аллилуйя! Эй-ей-ей-ей-ей! Халлелуйя! Халлелуйя! Большое спасибо!